Сергея футбольного клуба «Рауберга Скрома». Первый тайм, я могу сказать, что более-менее он так с нашей стороны в равной борьбе прошел. Команды имели по одному две возможности. И в конце первого тайма нам была улыбнулась удача, мы забили гол. Во втором тайме опустились глубоко в оборону. До определенного времени нам удавалось сдерживать атаки хозяев. Где-то здесь штрафной площади мы не давали возможности, а вот с ударом со средней дистанции мы не справились. Ну и после этого уже игры как таковой с нашей стороны не было. Мы развалились. Енисей наоборот в этот момент добавил. И уже здесь полностью хозяева в этот период нас переиграли. Заработали пенальти в этот период и вырвали в концовке победу. Я считаю, это закономерно. То, что хозяева выиграли. Вопросы? Это была ваша установка в защиту отойти? Мы должны были играть по обороне, но не столько глубоко. Мы слишком глубоко опустились, и поэтому давали много возможностей. Здесь даже не вина игроков обороны, сколько была вина игроков атаки, которые давали возможности игрокам Енисея, защитникам, полузащитникам свободно отдавать эти острые передачи. Как вам качество поля? Сыграло свою роль? Ну, мы надеялись, что хуже оно будет, но тем не менее, естественно, оно сыграло, потому что все мы на сборах играем на хороших полях, что-то наигрываем, тренируемся, и сегодня оно было не такого качества, которое мы как бы хотели бы видеть. А в Астрахани, ну, как у вас с полем в Астрахани дела? Ну, мы надеемся, что получше намного. Еще есть вопрос? Ну, Енисей нас стал поджимать, и мы более свежих игроков стали вводить в состав. Значит, но, к сожалению, сегодня все те игроки, которые вышли, они игру не то, что они не усилили, они наоборот ослабили, к нашему сожалению. Спасибо. Нет вопросов? Спасибо. Спасибо.